ну что, здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы, друзья, подписчики, смотрители канала, рад вас приветствовать. Ребят, никуда я не пропал, взял небольшой творческий отпуск, хотел вас рыбкой новогодней побаловать, но, как назло, камера осталась дома. Рыбалка была 31-го более-менее плодотворна числа, а потом тишина, притом вот абсолютная. Ну как, окушок полтора, вот, ну как-то вот так вот. То есть там растаял мой запасной аэродром немножечко, где-то четверть водоема отошла ото льда. И вот в этом, как говорится, промежуточке ловлю. Но клев отвратительный, окунь стоит очень далеко от берега, даже на отводной поводок. Я уж тут обозлился, взял микруху. Ну, отвратительный клев. Поэтому особо показывать нечего. Приходят ко мне всякие обновочки. Я как бы немножко их подкапливаю, но сегодня прям возврадовался. Можно так сказать, по обыкновению. Сегодня у нас среда, 6 января, 7 часов вечера. Вас с наступившим Новым годом, раз, с сочельником, два, с наступающим Рождеством, три. Всем здоровья, всем любви, терпения, финансового благополучия, здоровья вам и вашим близким. В общем, всего-всего самого наилучшего. Вот от чистого сердца желаю. Вот, надеюсь, все-таки год быка железного нам принесет и здоровье железное, и размеров удачи, удачи будут размером с быка. Как-то так. Ну, давайте, всего понемножку. Сегодня такое видео будет немножко скомканное, потому что достаточно много информации. Сейчас, секундочку, камеру вот поправлю. Да, вот так вот лучше. Значит, по поводу, первое, что хочу сказать. По поводу вот этого шнура. Microfly, фирма Kingdom. Ну, как я и подозревал, я уже выкладывал пост у себя на странице ВКонтакте. Ребят, ну, шнур как шнур. Ничего супер-пуперного не увидел. Да, он тонкий, конечно, и для такого диаметра цена очень даже соблазнительная. То есть, ну, такой микрушный шнур. Ну, кидал я с ним мормышку 0,3 грамма. Ну, так себе. Я не могу сказать, что что-то такое там вау. И куда-то он там за облака улетел. Ничего там не улетело. Поймал я два окуня на этот шнур. Передают в руку нормально. Ну, то есть, как бы обыкновенно. Единственное, что меня пока немножко напрягло. Я пользуюсь всегда соединением петля в петлю. То есть я к основному шнуру всегда привязываю подлесок. Ну, по-другому некоторые называют поводок лесочный. Вот. Вяжу всегда петля в петлю. И вот этот хвостик, который остается на шнуре, как-то он махрится здорово. То есть вот если брать, например, юджик, решетка 0,2, или взять, к примеру, тот же самый Мамой, да, в самом малом диаметре, там, по-моему, 0,3 идет диаметр у него самый маленький, у них как-то вот ниточка целиком сохраняется. Вот этот вот очень здорово, ну, пушится. Но, правда, вот ничего сказать не могу. Узел держит нормально, то есть вот как-то проблем никаких не было. Если будут потусторонние звуки, извиняюсь, ну, котята, да. Первое. Второе. Ну, что вам сказать, я сегодня просто почти до потолка прыгал от радости. Вот. Сейчас, одну секундочку. Так, я извиняюсь. Хочу сказать огромное спасибо Павлу. Фамилия Галия Ахметов. Человечек мне скинул ссылочку ВКонтакте. Вот на это чудо, ребят. Вот на это чудо. Ну, все пока предварительно. Я вообще, вот, все, что рассказываю, все пока предварительно. Потому что только завтра я постараюсь выбраться с этим всем делом на рыбалку. Хоть завтра у нас и минус, уже обещаю. Но руки чешутся, душа горит. Ребят, это шнур. Решетка 0,1. Заявленный диаметр 0,053. Цена варьируется что-то там от 400. Но доставка 200 рублей. До 600. Но зато без доставка бесплатная. Ну, то есть, понимаете меня. Минус еще в том, мой,
как бы, что у меня нету бизмена дома. К сожалению, я его оставил на работе. Вот. Ребят, ну вот я намотал этот шнур. Пришла ко мне вторая шпулька от Цуриной 500 ФС-ки. Сейчас я вам покажу. Ну, в общем, лег он просто на ура. Что могу сказать? Первые мои ощущения. То есть, вот я делюсь. Ребят, это вот по моим соображениям. Если бы мне в магазине дали нанофил... Секундочку. Извините, ради бога. Купили котятам эти шарики с бубенцами. И какой-то прям вообще у них кипиш. Это что-то с нечто. Гоняют целый день и как успокоиться не могут. В общем, возвращаемся к нашим баранам, да? В общем, короче, если бы мне в магазине вот этот шнур показали, намотанный на катушку на нанофил 004, я бы сказал, что это на нанофил 004. В общем, жутко скользкий шнур, или леска, или нитка, я не знаю, ребят. Хайде, если я правильно читаю. Я говорю еще раз, в английском я не силен. Ссылочку я внизу оставлю. Единственное, что я тут более-менее мог прочитать. Super Strong Fishing Line. Все. Все остальное тут вот с обратной стороны практически на китайском. Вот. Я... Ну, вот по моим ощущениям, он плоский. Это я сразу говорю, я вас предупреждаю. Он плоский. По моим ощущениям, ну, к сожалению, нанофила 004 у меня дома тоже нету. У меня только 002. Он толще 002, но вот, по-моему, тоньше, чем 004. Либо такого же диаметра. Короче, вот как-то так. Ну, я считаю, что 100 метров за даже 600 рублей вполне себе приемлемо. Вот. Попробовал его вот так на разрыв. Ребят, штука достаточно плотная. Пытался его порвать через пальцы, через ногти пропустить. Думал, махриться будет еще что-то. Нет. Ничего он не махрится. Петля в петлю держит отлично. Не знаю, завтрашний день покажет. Но пока мне все это очень нравится. Вот. На радостях заказал себе еще. Как говорится, пускай дома будет. Запас не тянет. Да? Это касаемо вот этого вот такого веселого шнурика. Еще раз говорю, огромное спасибо Павлу. Вот, он меня снабдил этими, как его называется, ссылками. Что-то он там еще мне поскидывал, надо будет смотреть. Так, что дальше? Дальше тоже хорошая новость, очень приятная. У фирмы Браун Перч, вот тут даже написано тест, появился мотыль. Выпускаться он будет в баночках типа а-ля Беркли. По размерам он как мотыль Беркли крупный. Могу сказать следующее, ребят. 31 числа, когда я ходил на рыбалку перед Новым годом, вот я поймал там, по-моему, 2 или 3 плотвы и что-то в районе там 5 окуней. Но я говорю, предательски камеру забыл дома. Обрыбил все на мотыле. Мотыль рабочий. У них сейчас на данный момент, я так понимаю, стандартный красный идет. Потом идет а-ля машинка, машинное масло. И машинное масло только с черными этими, как его, ну не блесками, точками такими. В общем, получается 3 цвета или 2, ну с разными модификациями, да. Могу сказать, что я так подозреваю, что это будет офигенный мотыль, особенно по весне, по активной рыбе. У кого есть возможность, я еще раз говорю, могут половить сейчас. К сожалению, пока его в продаже нету, к сожалению. Но мне сказали, что в этом году цена будет приемлемая. Вот. Сейчас попробую по-быстренькому найти, сколько чего будет стоить. Вот, я у себя пост выкладывал ВКонтакте, заходите, смотрите. Сейчас. Так, Атлас, с Новым годом, трататушки, тратата. Так. Во, нашел. В упаковке 58 штук.
ну, 58 не личинок, а ленточек таких будет, да, по 4,5 сантиметра длиной. Цена будет 130 рублей. Продаваться они будут, еще раз говорю, вот сейчас попробую с телефона показать. Вот в таких баночках. Вот. Мотыль обалденный. Мне очень понравился он. Общая длина в упаковке или в банке будет 261 сантиметр. Мотыль мягкий, намного мягче, чем Беркли. Я могу сказать, на крючке держится достаточно уверенно. То есть ничего там при первых-вторых поклевках не слетает. Вот. В общем, я говорю, меня очень порадовало. К сожалению, опять же таки, пока ничего показать толком не могу, дабы рыба бастует. Я так понимаю, она на каникулах новогодних тоже. Вот. Но это еще не все. Благодаря Сергею Александровичу Жучкову, по его наводке, да, это по его наводке, и огромное спасибо, извините, периодически в телефон залазю, потому что, и спасибо хочу огромное за консультацию выразить Дмитрию Газукину, потому что он мне про эту палочку рассказал, показал, появился у меня вот такой вот, вот такой инструмент. Форсаж Ария Троут Нитро. 1,93 м длиной. 1,6 грамм тест. Вот такой инструментик. В общем, ребят, я его сегодня в руки взял. Честно скажу, я воспрял. Я просто обалдел. Сейчас я поставлю катушечку. Пятихатую ЭФС-ку. И покажу вам его на потрях. Так, братцы рыбаки, сейчас я камеру возьму. А входное кольцо первое от катушки, да, 8 миллиметров. Это я к тому, что, естественно, сюда катушечку надо желательно поменьше. Ну, я думаю, будет все видно. Ребят, это такая шлангища. Я сегодня взял, я обалдел. Я просто обалдел. Вы гляньте, какая палка. А самое прикольное, знаете, что еще? Что это табулярочка. Это не солит нифига. То есть, понимаете меня, да? То есть, я трясу достаточно тихо и аккуратно. Опс. 1,93 м. Ну, сказка. А гляньте, какая красота, а. Просто обалденная вещь. Изумле. У меня просто слов нету. У меня уже слюни просто текут, поскорее бы весна. Отрабатывать будет ёхарный бабайка. Так, ладненько, сейчас включусь. Ну, то есть, понимаете меня, да? По рукояти. Мне все понравилось. Я уж тут сегодня Сашке Селютину позвонил. Говорю, Саня, где-то там мой катушка-держатель был. Вот это я боялся места. Задняя гайка будет, как обычно на спиннингах делают. Толщины такой. Она тут маленькая, аккуратненькая. Ложится вообще просто, просто на ура. Палец без проблем достает до бланка. Ну, я говорю, такая красотулечка. Дизайн сногсшибательный. Я говорю, я сегодня просто... Давно я такого удовольствия от внешнего вида палки не испытывал. Так, бегло покажу. Бэткапчик такой, да? Тут вот такая рыбка. Даже что-то написано. Ну, я в английском не силен, бесполезно мне тут что-то. Упс. Бесполезно мне что-то тут. Да. Такой катушка-держатель. С хукипером. Все дела, да? И потом пошли голубые обмотки. Голубые. То есть хлыст весь, вот он идет. Палка просто восхитительная. Противозахлёст на тюльпан, как я говорю правильно, потому что лапки сходят снизу. Не сверху, а снизу. Проблема перехлёста и отстрела просто исключены. В общем, спиннинг, вау, я говорю, шедевральный. Альбинос. Вот. Еще раз напомню. 1,93 м длина, 1,6 грамма. По леске от 1 до 5 лб.
Производство Корея, ни много ни мало. Mitsubishi, Roen, Fiber или Fiber. Короче, что-то тут еще Mitsubishi делало. Я так понимаю, что, скорее всего, там они что-то с карбоном мутят. Вот. Ну, в общем, вот такой вот капчик красивенький. Я его палочка просто, просто шедевриально. Я поговорил с владельцем, ну, с его горячих слов, как он мне сказал. Ну, конечно, понятно, что сказки. Но, говорит, в спокойную, хорошую погоду мормышка 0,2 грамма улетает просто, говорит, заоблачно. Так что вот так вот. Вот такие у меня пока обновки. Ребят, у меня, по-моему, 5 катушек новых. Просто одну я сейчас отдал на ТО сразу. Это акумовская, как Катя. Она очень туго ходит. Очень туго. Одну секундочку. Поэтому я ее сразу на ТО отдал. Еще ко мне Катя одна идет. Нашел я на нее еле-еле две шпули. Докупил. Вот, про запас. Так что по катушечкам чуть попозже. Ну и по приманкам. Одни немножко забраковал, жестковаты. Ну, посмотрим. Весна есть весна, поэтому, как говорится, не то чтобы забраковал, но по моим соображениям силикон должен быть помягче. По приманкам тоже чуть отдельно сделаю видос. Завтра постараюсь хоть что-нибудь выловить, но даже если не выловлю, видео все равно буду выкладывать, потому что вот это вот чудо меня, конечно, поразило сегодня просто. Я от нашего Алиэкспресс такого не ожидал, серьезно. То есть вот такие две вещи меня сегодня порадовали просто на ура. По поводу 500-й катушки могу сказать так. Шпули тут мельче. Но, ребят, вот, например, под эту чудо я наматывал бекинг. Немного, но наматывал. Ну, можно было бы еще побольше подмотать, но я уж не стал. Потому что очень скользкий шнур или нанофил это, я не знаю. Я не могу сказать однозначно. Вот, поэтому завтра будем проводить полевые испытания. Ну, вот как-то так вот разворачиваются действия. Вот. Чехольчик здесь очень приятный, из достаточно плотного материала. Я не знаю, что за материал, он такой, знаете, ногтем проводишь, когда такой шероховатый немножко. Но плотный, плотный материал. Еще раз говорю, Сергею огромное спасибо за наводку. Владельцу спиннинга за консультацию, потому что, конечно, я говорю, палка просто огонь. Самый, я говорю, прикол в том, что это тубулярка. Вот это вот, конечно, да, меня просто вот восхищает. Вот. Ну, никто мне что там, по-моему, как-то сказал, что палками до 6-7 грамм мормышить нельзя. Я вас заверяю, ребят, можно, можно мормышить. Сегодня, кстати, такой небольшой забав. Ну, я вчера этого молодого человека встретил на водоеме. И сегодня встретил, но уже поближе. Вчера он был на той стороне, а сегодня он был на моей стороне. Подошел, поинтересовался. Вы знаете, чем он мормышит? Все сидят. У него стрит-трейсер 2,30 длиной. Палочка на потрях мне показалась очень интересной с катушкой. Ну, будем посмотреть. Короче, за всем все. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Буду деньги высылайте. Ну, что, всех еще раз с праздниками прошедшими, наступающими, наступившими. Еще раз говорю, всем добра. Всем мирного неба над головой. Всем здоровья. Самое главное. Ну, а остальное, как говорится, будет. За всем все. Ну, а так, как всегда, увидимся на рыбалке.